С вами я, Платон, и сегодня я покажу весь бокс. Ну, вы меня поняли. Так, я сначала должен рассчитать размах скакалки, а то могу куда-нибудь попасть. Так. Опять скакалка. Это было не видно. А вот сейчас будет финал. Надеюсь, что сейчас не видно. Так, сейчас, наверное, пошла вон кусь. Что-то у меня не получается. Я не знаю, в чем проблема. Но какая-то проблема должна быть. Хуйся! Скакалочка, скакалочка, вот такая вот скакалка, и все нафиг, я ее кину. Так, сейчас посмотрим, получи, получи, и вот, короче, вот такие вот перчатки. Скучные, только 2 минуты прошло. Чтоб эта штука не была, короче, это видео не было таким скучным, я проведу на что-нибудь обзор. Нафиг знает что. И я придумал на что сразу же. На телефон. Вот мой телефон. Вот мой поломанный WhatsApp. Тут нифига не видно. Короче, там что-то было написано. Пофиг его. Он не может сейчас загрузиться. Да чтоб сдох. Так. Лучше загружу скайп. Так, что? У меня телефон что-то скайп что-то обновился. Скорее всего. Вот он что-то там отправил. Так. Any plans today? Так. Я и вам и вы прослушаете все. Ну, всех моих лет. Это было вот. You're funny. Never get older.
would you like to go out on a date? Так. Jim kisses my boo-boos. She braids my hair. We love you mothers everywhere. Okay. Это уже Angry Birds пошло. Okay. Oh my god. You're gonna make me cry. Okay. Forget that, bro. Тайная жизнь домашних животных. Oh, I miss her so much. Any plans today? I've got a very busy day too. As your friend, I gotta be honest with you. I don't care about you or your problems. Ну дальше там просто непонятно ничего. Это уже там непонятно, что пошло. Ладно, всем пока-пока. С вами был Платон. До новых встреч.